Друзья, приветствую. Вчера вечером, несмотря на выходной день, меня опять подтянуло к гитаре. Я взял инструмент в руки и написал небольшую композицию, которую сейчас хочу предложить вашему вниманию. Обычно, если я пишу звук, то, как правило, только инструментальную версию. А так мне захотелось вчера немножко расширить звучание, и я помимо основной мелодии записал еще минусовку. И сейчас вот эту версию, то, что вчера вечером получилось, предлагаю вашему вниманию. Желаю приятного просмотра, прослушивания, хорошего настроения, добра и мира. Приятного просмотра.